Детский сад на 110 мест открыли в жилом комплексе «Западные ворота» столицы в поселке Новоивановское. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал учреждение и пообщался с родителями первых воспитанников. В современном трехэтажном здании садика расположены актовые спортивные залы, пищеблок, медицинский кабинет, просторные игровые комнаты и спальни. Предусмотрена группа для детей в возрасте от 2 до 7 лет. На сегодняшний день штат, состоящий из воспитателей, охранников, медицинских работников, поваров, полностью укомплектован.